Ну, крепость, такие маленькие выручки, такие мизерные, там можно, я вообще еле пролазил там, ей-богу. Сегодня у нас 10 апреля. 12 часов 16 минут. И мы направляемся из города Йорет-де-Мар в город Жирону по дороге номер 63. Выезд уже из Лорета. Вот, кстати, с левой стороны зелененькая, это самая дешевая заправка. И здесь мойка очень хорошая, самообслуживание. Солярка здесь стоит евро 11. Это, по-моему, самая дешевая солярка, которая здесь может быть. Как вам Жирона? Класс вообще, Жирон мне очень понравился. Ну, вот эта крепость, такие маленькие улочки, такие мизерные, там можно, я вообще еле пролазил там, ей-богу. Нет, супер Жирона. Советуешь? Советую всем Жирону. Два человека едва разъехали, еще широкая, там вообще была щель. Вот так вот и крутишься здесь. Туда-сюда, туда-сюда. Ага. Да он мне не попадался. Я, ты думаешь, не смотрел, что ли? Это вообще какой-то заброшенный тоже, да? Тут, кстати, очень много заброшенных зданий, вот жилых домов. Очень много. Почему? Да, надо прикупить. Надо прикупить, отделать и сделать гостиницу, и все. Смотрите, вот этот целый дом, вот он заброшенный. Вот, видите, да? Посмотрите, вот этот дом, он весь заброшенный. Весь заброшенный. Смотри, а ведь он красивый какой. Балкон.
такая микроскопическая площадь в еврейском квартале, микроскопический уголок, очень такой живописный, прям сценик буквально. И прям весна-весна такая в Жироне, но ветер холодный, жуть. Юля заблудилась в улочках Жироны. Ее потянуло на приключения. О, какие! Вот какая улочка! Смотрите, какие микроскопические улочки! В этих улочках летом прохладно. Рыночная улица. Ой, фоткай. Позируем, позируем. Таких улочек тоже полным-полно. Señor Galén, no me gusta matar. No comas, no bebas y no fumes más. No comas, no bebas y no fumes más. Ya la semana una vez más. Cuando abro la nevera, ay, qué penita la que a mí me da. La mortadela y el chopper me tocan las palmas y me hacen compás. Doctor Galén, no me va usted a matar. No coman, no beban, no fumen más. No coman, no beban, no fumen más. Ya la semana una vez nada más. Me visita el doctor Manga y me dice sin piedad. Camina, no comas, no bebas y no fumes más. Hey, camina, coño, camina, no comas, no bebas y no fumes más. Doctor Galén, no me va usted a matar. No comas, no bebas y no fumes más. No comas, no bebas y no fumes más. Ya la semana una vez nada más. Полная либертад. Вообще весь этими желтыми тряпками, каталонским флагом сепаратистским, даже памятники. Кто это? Каком Жирона? Класс вообще, Жирон мне очень понравился. Вот эта крепость, такие маленькие лучики, такие мизерные, там можно, я вообще еле пролазил там, ей-богу. Нет, супер Жирон. Советуешь? Советую всем Жирону. Вот здесь настоящие исторические памятники существуют, да, их, может быть, не поддерживают в виде, в котором, как в других европейских странах, но от этого прям чувствуется древность реально. Прямо древность, прям вот как песочек, там все это классно, мне понравилось. Да. Рекомендуем? Рекомендуем. Doctor Galén, no me vas a matar. No comas, no bebas y no fumes más. No comas, no bebas y no fumes más. Ya la semana una vez nada más. Doctor Galén, no me vas a matar. No comas, no bebas y no fumes más.